В городском округе Люберцы состоится экологическая акция «Сдай макулатуру, спаси дерево». В традиционном проекте могут принять участие все желающие. Количество собранной макулатуры будет переведено в экобаллы. В обмен на них будут выдавать саженцы деревьев, которые украсят улицы и дворы городского округа Люберцы. Вторичной переработке подлежат газеты, книги, журналы, бумаги и архивы. Для всех участников будет организована раздача подарков. Акция пройдет 27 сентября у второй входной группы в Центральном парке с 11 до 13:00.